Это ваше приложение. Сейчас мы находимся в вкладке «Архив». Здесь будут содержаться номера журналов. Здесь сейчас только один номер. Мы его посмотрим. Мы можем листать страницы, как в обыкновенном журнале. Увеличиваем. Листать страницы можно как в вертикальном, так и в горизонтальном режиме. Также мы можем перейти на любую интересующую нас страницу. Также к каждой странице мы можем прикреплять ссылки. Видео. И фотографии. В приложении есть вкладка рекламодателя, где можно разместить информацию о ваших рекламодателях. Здесь пока ничего нет, но можно любых добавить. Сейчас мы перейдем обратно в архив. Также есть кнопки «Редакция», это переход на ваш сайт, «Помощь», где описано, как здесь работать с данным приложением, и «О нас», где размещена информация о вашей компании и нашей компании.